В картинной галерее «Черкесска» начала функционировать выставка «Маршал Победы. Путь и судьба», приуроченная ко Дню Победы. Данная экспозиция посвящена легендарному советскому полководцу, маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Жители республики смогут ознакомиться с фотографиями и важными событиями из жизни маршала Победы. Стоит отметить, что личность Георгия Жукова неотрывно связана с Великой Отечественной войной. Эти уникальные фотографии раскрывают не только боевые заслуги великого военачальника, но также страницы его биографии и малоизвестные факты его послевоенной судьбы. Выставка продлится до 17 мая включительно. Здесь представлена планшетная выставка, которую мы получили в рамках сотрудничества по проекту «Территория Победы» с Центральным музеем Великой Отечественной войны, Музеем Победы. Выставка про жизненный путь и военную деятельность маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Нет, наверное, человека на постсоветском пространстве, который так или иначе в школьное время или в студенческое время не соприкасался с изучением его биографии, так как он самый известный человек, участник Великой Отечественной войны. Именно Георгий Константинович, он возглавлял, можно так сказать, важнейшие битвы времен Великой Отечественной войны.